Алло, привет, сынок. Как у тебя дела? Уроки закончились? Разговор с сыном по телефону. Коротко, но по существу. Майор полиции Екатерина Шарыкина всегда знает, где и с кем не только ее дети, но и подопечные. Служба обязывает. Она – старший инспектор по делам несовершеннолетних. В профессии почти 15 лет. В интервью признается – сложно, но в этом и весь драйв. Дети, они настолько разные, они настолько интересные. Кто-то у нас более эмоциональный, кто-то, наоборот, замкнутый сидит, и вот надо найти именно то словечко, именно после которого он начнет с тобой разговаривать. С кем-то, наоборот, надо быть более консервативно, более жестко, но, опять же, без оскорблений, без унижений. То есть с ними я разговариваю наравне. Мама в погонах. Свои гордятся, чужие уважают. Хотя вряд ли можно ребенка назвать чужим, считает Екатерина. Неблагополучные семьи приходят с маленькими, но подарками. На вопрос «зачем?» отвечает. А кто, кроме нее? В душу западает каждый история, но кодекс суров, поэтому самое главное – следовать букве закона, не забывая про сострадание. Когда мы патрулируем, мы не всегда идем в форме, потому что в форме, естественно, сотрудника полиции видно издалека. Когда ты идешь в гражданском обмундировании, кто знает, естественно, если они косячат, они прячутся, там сигареты выкидывают. Можем позвонить сначала, спросить. Дома или не дома? Обход территории. Инспектор ПДН знает ее как свои 5 пальцев. Школы, парки, дворы. Все места, которые облюбовала молодежь под контролем сотрудника. Ведь профилактика преступности несовершеннолетних – одна из главных задач подразделения. Работу проводят не только с детьми, но и с родителями. Взрослым порой бывает сложнее объяснить, что такое хорошо, а что такое плохо, признается майор полиции. И я в основном разговариваю с родителями. Почему вы разрешаете вашему ребенку находиться на улице, допустим, после 11 вечера? Неужели вы сами не боитесь? У меня ребенок взрослый, или я знаю, где моя дочь находится. Ну, замечательно, что вы знаете, но они возвращаются домой одни. В этом году, 31 мая, подразделение по делам несовершеннолетних отметит 84-ю годовщину со дня образования. Ликвидация детской безнадзорности и преступности – основные задачи отдела. Выполняют их на территории Одинцовского округа более 50 инспекторов. Кстати, их профессиональный праздник предшествует Дню защиты детей, поэтому отмечать его сотрудники будут вместе с главными гостями в патруле на детских праздниках. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».